Привет всем, бороданы, на связи Сооп. Я тут запилил как бы мод на одну из моих самых любимых игр и хочу предложить вам свой небольшой летсплей по нему. Мир 1.1, тут все понятно. Поехали. Я сделал дополнительное управление и по ходу дела покажу новые функции. И это не сиреневый член, это твердошлемник. Выбиваем бонус, и это наша злобная ложка. Отлично, теперь пришло время новых фишек. И одна из них это... Уебать нахуй! И вот так одним ударом можно гасить толпы врагов. В дальнейшем их будет больше, как в Left 4 Dead. Толпы эльфов и гоблинов, будет босс-вампир-садомит. На тебе, спайк-трэп, ха! Вот так вот, вот так вот. Есть разные типы ловушек, например, еще камнепадная. А булыжником потом можно выбить страйк. Жаба, жабу можно оседлать. Ха-ха! На ней можно пропрыгать весь уровень, она очень сильная, но можно и упасть. Аккуратно. Ладно, хер с ней, идем дальше. Еще одна фишка, это топнуть. Прекрасно. Ну и давайте все же покажу, что в этих деревьях. Такое можно было делать с каждым, но ладно уж, в рамках демоверсии только одно. На секундочку. Да, это игровые бонусные уровни, мини-игры, как в Кратосе. Прыгаем на шест, забыл разбежаться. Ну, в общем, как-то так. В будущем я планирую перенести это все в 3D, движок CryEngine, наверное, бамп-мэппинг, тесселяция, карты нормальные, все дела. Сейчас ищу спонсора на это дело, уже посетил несколько сайтов знакомств, встретился с парой серьезных мужчин. Завтра еще одна деловая встреча в сауне с бизнесменом. Ну и если все получится, то куплю новый 17-дюймовый монитор специально для 3D-графики. Короче, будем развиваться, спасибо всем за внимание, до свидания.